Виктор Голявкин. Рисунок. Алёша нарисовал цветными карандашами деревья, цветы, траву, грибы, небо, солнце и даже зайца. «Чего здесь не хватает?» – спросил он папу. «Всего здесь достаточно», – ответил папа. «Чего здесь недостаточно?» – спросил он брата. «Всего здесь хватает», – сказал брат. Тогда Алёша перевернул рисунок и написал на обороте вот такими большими буквами. «И еще пели птицы». «Вот теперь», — сказал он, — «там всего хватает».